Никакого развития в нашем провинциальном городе. Все лучшее только в столице да в Санкт-Петербурге. Вас тоже посещают эти шаблонные мысли. А вы в нашем следующем сюжете послушайте, что говорят о Вятке столичные мэтры. В Киров со своей выставкой «Купе» приехали именитые художники из Москвы. С ними встретились и мы с оператором Александром Нестеровым. Что такое купе? Это особое пространство, там можно молчать, а можно рассказать всю свою жизнь, но это точно то, что близко каждому, что берет за душу. Вот такая она выставка с названием «Купе». Вообще экспозицию готовили совсем не для Кирова. И ее появлением у нас в городе мы обязаны Наталье Клементьевой. Она побывала на открытии выставки в Перми и поняла, картины таких мэтров должны побывать и в Кирове. Три народных художника, один заслуженный художник, четыре друга, которые по жизни идут рядом. Они разные и похожие в чем-то, учились все вместе в одном учебном заведении. И, в принципе, это олицетворение такого современного отечественного искусства высокого класса. И, конечно, кировский зритель должен такое видеть. Картины в музей Васнецовых приехали не одни. Все четыре художника тоже в Кирове сейчас и не впервые. Да, все они именитые мастера, преподаватели Суриковского, но признаются в своей любви к Вятке. Для меня становилось все краше и краше, в общем-то, с каждым разом. А я сюда много раз приезжал. Меня сюда влекло красота места, красота, как сейчас говорят, красота гений. Потому что здесь творили, жили великие, в общем-то, люди России. И сейчас живут здесь. А какая местность у вас, какая природа? Это чудо. Сергей Гавриляченко, кроме своих работ, привез к нам свою лекцию. Видно, как заинтересовал студентов. У художника давняя дружба с нашим городом. Восхищается творчеством Вятки, картинами, иконами. А что такое Вятка? Вот все великие уроженцы Вятки, я имею в виду художники, они все грандиозные композиторы. Шишкин, Рылов. На наше счастье, здравствующий Виктор Георгиевич Харлов. Вот ты когда едешь в Вятку, ты уже, ну вот у тебя предчувствие встречи не просто с дорогим, а с очень сложным, что принесет тебе, сирому и Богому, ну вот хоть ты там на какой-то ноготок, ну чуть-чуть что-то ты получишь. В Кирове 80 картин столичных художников можно будет посмотреть в выставочном зале на Карла Либкнехта до 19 февраля. Но и на этом выставка «Купе» свое путешествие не завершит. У нее впереди, как минимум, Коломна и Брянск. Елена Чехомова, Александр Нестеров, Бюро новостей Дайвича.